чем меньше. Ты готов к проигрышу? Ребят, шарпаем все кабели. А, блин, убили! Дима, спаси! Ей все привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пингвину, Сайбер, Кинганчпук, Мистер Эсгон, Чебузаврик, Васаби, Тимончик, пацаны, скажите какие-то классные, веселые слова. Всем привет. Я хочу кушать пиццу. Васаби лох. Всем привет. Сегодня мы играем Гаррис Мод и написали в комментариях, чтобы мы записали что-нибудь с хэдкрабом. Поэтому у нас школа Балди, хэдкраб будет всех уничтожать, и в конце ролика будет много хэдкрабов и один выживший. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, угорать и выживать. Погнали! Так, где он? Обязательно, да. инфу. Кроме дробовиков, пацаны, ничего использовать нельзя. Так, я вижу этого щенка. Сам ты щенок. А, не, этот крабик маленький. А, мы его убили? Да. Все, пацаны, внимательно. Кто первый умрет, тот знаете, кто будет? Лох, правильно. Дима, иди сюда. Вон он, за шкафчиком. Лапы торчат. Давай, гасить. Есть. Да! Отлично, ребята, внимательно. Васаби очень наигранный человек, я знаю, что он хорошо играет, поэтому будьте внимательны. Я вообще не хочу первым умереть, потому что не хочу быть лохом. Дима, я тебе спину подкрываю. Вон он пошел, вижу его. Он у кого-то убил? Да. Нет. Стишка лох. Стишка лох. Ой, это вообще бьем его. Ай. Дверь, закрывайся. Так, все, ребятушки, я в очень хорошей нычке. Ой, я могу это удалить? Ой, красота. Это же секреточка. Ты где? Это секретка. Да? Я не скажу. Я, кажется, знаю, где. Где я? Слышу. Я прям вижу, он тут где-то... Ой, слышу, он где-то тут рядом ходит. Бежит свои звуки противные. Он, я его вижу! Мочите его! На кого он там сел? А, он ни на кого не сел. Где он? Я вижу. Блин, я его боюсь. Подожди, я кого-то видел через текстурки, Дима. Я не лазил ничего, я как положено хожу, все. Он в кабинете, ребят, он здесь. В самом начале. Ну, а, я его убил. Есть, красавчик. Мужики, заходите сюда. Куда? Туда? Куда-то? Можно точнее сказать, я приду к вам? Дим, там холодильник, сюда, Васаби, да. Где он прыгает, этот кислотный? Он двоих захватил. Столовки, вроде. Стой! Блин, бьем их. Так, надо быть внимательным. Так, немножко. Васаби умирает. На! А где Дима? Есть, блин, ребята, это было стрёмно. Васаби, давай встретимся. Давай. Где? Я... Вот он. Ой, его... Вижу, я его кишки выпускаю. А! Ой, еще один. Я думал, меня убьют. Блин. Тихо. Ай, они меня дамажат. А мистер С это переводится мистер жопа, что ли? Вот тут улица есть, я на улице в столовке. Пацаны, давайте все сюда, будем обороняться. Ой. Так, здесь хорошее место. Тут точно меня не убьют. Кстати, когда останется последний выживший, он сможет использовать любое оружие. Кроме бомб. Но лучше здесь. А почему? На тебе. Ой, блин, своего пристрелил. Эй, отвали! Мамочка моя, я убегаю. Да ну вас нафиг, пацаны, нет. Блин. Я наступил на него. Ой. Мочи. Отлично. А, заряжайся. Пистолет, дробовик. Да чувак, ты не перегораждай путь. Где? Человека в текстурках.
Я сою человека в текстурках. Дима, чтоб ты понимал, хоть крабы друг друга убивают. Ну это ж хорошо, да, как friendly fire, friendly fire. Ну чё, я просто прыгаю, я на... Да отвали ты! А, ты живой, ё-моё, я думал, тебя я убил. Это, блин, жесть. Мама, их очень много. Пацаны, помогите. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы выпускаем ролики каждый день. Стараемся снять что-то веселое, классное. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Да, Тимончик, что ты делаешь? Так, ложил, так, 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 так. Дай, осторожно. Ну мы тебя найдем и убьем. Мама! Я хочу сделать план перед... Отвалите! Я вас боюсь! А, наступил на него! Блин, это очень стрёмно! Дима, ты меня второй раз наступал! Я хочу жить! Нужно сказать... Я буду в класс ныкаться, я в класс забегаю. Дима, понимаешь, и всех, на кого ты наступил, это был я. Два раза. Он на меня один раз наступил. А, да? Так, да. Так, так, отлично, отлично. Делай. Да, по-хорошему. Дима, давай по-хорошему. Ты понимаешь, что ты проиграешь эту войну? Да я не проиграю, у меня 25% жизни еще. Да бах будет. Еще меньше. Ты готов к проигрышу? Ребят, шарпаем всех убили. А, блин, убили! Дима, нет! Ну нет, я так хотел долго жить. Ну блин, ну все, я вонючий хэдкраб. Я вонючий хэдкраб, все, я понял. У тебя уже никого нет. Зебра. Зебру ловили, зебру ловили. Я был последний, по сути, я мог любое оружие использовать. Да. Хорошо, давайте я хоть повыживаю, последний раз возьму оружие любое использовать буду. Давайте, мне интересно. Давай я после тебя, потому что я буду... Хорошо, да, мне интересно, сколько я смогу продержаться. Сейчас я возьму оружие себе. А давайте каждый продержится сколько? Так, какое же мне оружие взять, которым я смогу долго продержаться? Ребята, я знаю, есть у нас такое оружие. Это М9К, и здесь есть такое оружие, называется красная граната. Так нечестно. А чё? Ты присядешь в кабинете... Блин, стойте, это не считается. Блин, дебилоид. Хорошо, давайте тогда... Я знаю, сейчас я возьму... Ладно, давайте тогда возьму дробаш. Мощный дробаш. Ну что, 3, 2, 1. Выживалочка началась. Дима, может, еще админский пистолет возьмешь? Не, это точно нечестно будет. Это, да, подсказку еще, я не услышал конкретно, где ты. Ребята, очень стрёмно выживать, когда ты один, а их очень много. Правда, не знаю. Дима, постреляй. Блин, ребят, он в кабинете директора, я ему надамажил. Отвали, да ну блин, да нафиг, да что такое, блин, убили. Хорошо, а кто хотел еще повыживать? Я хочу. Ладно, давайте, вот кто первый у нас был хэдкрабом, Васаби, ты будешь первый. Скажешь, когда будешь готовый. 3, 2, 1. Васаби против 7 хэдкрабов. Погнали. Где он? Давайте инфу. Так. Подождите, он заныкаться мог где-то в классе заспавниться и там сидеть. Это крыса, я знаю, левел последний. Открываем все классы, проверяем, пацаны. Не открываешь мои классы, сразу пожалеешь, а потом второй раз поймешь, где. Так, тихо, не давайте пожалеет, здесь. Потому что я его охрана. Дима. Так, здесь нету. Дима, иди в столовую. Он в столовой? Да. Блин, тут шкафчик, надо удалить шкафчик. Снимаем его? Нема. Слышу мощные выстрелы. Это он гасит нас? Ах ты, зараза, ты чем стреля... Ого, это было больно. Я сам себя убил. Отлично, все, мы его убили, да? Да. Так, ну давайте теперь будет у нас выживать растишка Мэн. Ты готов? Да, давай. 3, 2, 1. Выживалочка началась. Растишка против 7. Угу. Сейчас будет заруба. Он уже умер, Дим. Не-не-не-не-не, то он просто кинулся, чтобы жизни были полные. Дил, слышите? Он в кабинете рядом со столовкой. Все, идем. Все за ним. Он меня убивает. Слышу так, этого телепиздрика. Ой, оружие надо. Так. Есть! Убили! Отлично! Давайте теперь у нас будет выживать. Ну давай, King on Fire, давай.
Три, два, один. Погнали. Ну что, кто-то продержится дольше, чем я. Хотя я долго и не продержался. Вижу, вижу, вижу его. Ого, он гасит там. Он гасит. Ой, я своего. Я в своего залез. Нет. Ты иди сюда, я живой, я ж не то, что я живой. Блин, это было прикольно. Так, у нас еще кто? Пингвинус, давай ты повыживаешь. Ты готов? Да. Три, два, один. Погнали, я его вижу. Слышь, жопа, иди сюда, мы тебя убьем. Ой, извини. Ребята, это просто невозможно выжить. Настолько мощно мы играем. А я еще оружие не взял. Не, ну, надо было сразу брать. Ну, сказать, я не готов. Давайте, теперь знаете, кто будет выживать? Кто? Можно я? Тимончик, давай. Два, один. Погнали. А я иду, такой мощный хэдкраб. Ой, ой! А, все? Да вы что, гоните, что ли? Че так быстро? Ребята, ну что? Теперь я решил еще раз повыживать, но теперь я буду использовать админский пистолет. Проверим, смогу ли я долго продержаться или нет. Давайте, мочите меня. А ты где сначала? Я все-таки хочу повыживать дольше всех, побить рекорд. Даже без выстрелов. Я бы тогда взял в своем случае админский петух. Да, надо было брать. Как раз под твой характер оружие называется. Понял. Ты что? Ты меня убиваешь? Ну что, пацаны, сказать, где я? Давай. Я там, я... Нет, я в офисе, там, где столовка, в секретном. Блин. А, нычка, я знаю, где это. Мне кажется, а, смотрите, открывайте автомат с водой и все. Да у него есть пистолет, морфио. Отвали! Да ну как? С админским пистолетом не смог выжить! Да как? Это нереально! Ты очень... меньше меня выжил, понимаешь? Да вы хорошо играете! Лучше, чем кто-либо! Да как с вами играть? Это ж невозможно! Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и после моей ролики еще баночка! Ого, стекла все повылетали! Просто жестко.